После посещения аквариума очень здорово прогуляться по набережной с видом на мост Васко-да-Гама. Мы по нему заезжали в Лиссабон. Невероятно длиннющий мост. И сейчас мы будем заходить на фуникулер и посмотрим на панораму города, на мост, на реку уже с фуникулера. Все. Мы заходим на телекабин. Телекабин Лисбоа. Заходим на эту красоту и едем смотреть город. Итак, мы отправились в это путешествие на канатной дороге. Такой период, когда ты берешь в аквариуме комбинированный, он в две стороны. То есть мы доедем до почти моста Васко-да-Гама, развернемся и поедем обратно. Из кабинки открывается невероятный вид на залив, дельта реки, на мост. И на стадион. Здесь такой хай-течный район. Вот так выглядит сверху океанариум. Он многоуровневый. Мост очень красивый. Кот такой с усами, даже разноцветный. Все, мы возвращаемся. На нижней станции у нас просканировали билеты. То есть, если у вас билет в один конец, то вас заставят выйти. Но когда покупаешь билет вместе с входом в океанариум, он в оба конца. Можно просто прокатиться, посмотреть, насладиться этой всей красотой залива. Like a mind.